мои любимые светики. Сейчас меня спросите, почему же я в машине? Потому что это мой влог, как я еду Аштагол. И как мы все знаем, не забудь заглянуть на мой инстаграм, ссылочки в описании. А также не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик. И про лайки не забудь. Ну что, а мы поехали! Ну вот мы и приехали. А вот и наш номер. Сейчас я вам его покажу. Для начала давайте начнем с ванны. И вот такое зеркало. И в нем я. Ну что, пройдемте же в саму ванну. Для начала включим свет. Ну и пойдемте в нее скорее. Посмотрите, какая у нас шикарная. Ну, ванна. Ну, это вообще не ванна, а душ и туалет. Так, давайте его закроем, чтобы вы его не видели. Вот так. Итак, здесь у нас есть опять-таки зеркало. Всем приветики. Раковина. Мыло. Вот такое. И, ну, тряпка. Возле туалета есть туалетная бумага, конечно же. Также освежитель воздуха. И три полотенца. Не знаю, зачем три, ведь нас всего двое. Мы с папой. И еще вот такая вот непонятная штукенция. Я не знаю, зачем она. Ну и ладно. Также есть вот такая мусорка. И поднимаемся чуть выше. Кстати, посмотрите, какие шикарная плитка какая. И здесь есть фен, конечно же. И вот крючок, наверное. Также есть шикарная занавеска с вот такой вот телефонной будкой. Не знаю, в Париже, может быть, где-то. Очень красиво смотрится, но сейчас, готовьтесь, сейчас будет дичь. Мы открываем эту занавеску, и там... Там вот этот душ. Но! И коврик. Извините меня, как мы должны будем мыться? Вот как на этом коврике можно мыться? Впрочем, как-нибудь. И вот такая вот штукенция. Можно уложить сюда мыло, наверное. Ну и тому подобное. Мы выходим из нашей ванны. Теперь я расскажу о прихожей. Здесь висят наши куртки и вот такая тумбочка. Ну, сюда, в принципе, можно ставить обувь. Также здесь есть вот такой вот большой шкаф. Сюда может многое чего вместиться. Далее здесь стоит два стула, на котором мы тоже расположили свои вещи. И вот такой вот необычно красивый столик, где стоят два стакана. И я поставила сюда свой лимонад пить. Ну и расческа моя. Также здесь есть вот такая раскладушка с батареей. И полотенце. А еще здесь есть... Шикарный балкон. Вот такой вот вид. Вид. Из балкона мы выходить не будем, так как там все-таки зима. Ну, в общем, просто шикарнейший балкон. Также здесь есть вот такой вот стол, на котором мы тоже расположили свои вещи, конечно же. И телевизор. Самая необходимая вещь — это телевизор. Да. Ну, и вот эта вот тумбочка. И мы нашли холодильник. Также вместе с этим столом вот этот стул был. То есть три стула здесь, да. Вот такой вот у нас классный потолок. Вот так-то лучше. Ну ладно, пока что выключим.
Так, что здесь есть вот такая большая кровать. Мягкая, между прочим, с еще двумя полотенцами. Есть еще одна батарея и две тумбочки с одной стороны и с другой стороны. Также вы, конечно же, обратили внимание на вот этот замок. Очень красиво сделали, и он просто так чудесно смотрится. Ну, в принципе, это вся наша комната. И да, ребят, я хочу передать привет некоторым ребятам. Это Алене, также Оле, и также вот этим людям. Да, я передаю вам большой-большой привет. Ну ладно, продолжаем наш влог. А сейчас пару фотографий из Таштагола. И, конечно же, нашего замка Эдельвейса. И да, я каталась на сноуборде. Покатавшись на сноуборде, я очень устала. Теперь мне остается лишь принять душ и лечь спать. Сейчас пойду, приму душ. Вы куда? Вам со мной уж точно нельзя. Давайте, давайте, выходите. Ну вот и наступило прекрасное утро. Сейчас пойду умываться. Ну, я пошла. Вот и все. Ну, конечно же, я пошла на балкон, ведь здесь такая прекрасная погода. Ну, а теперь немного танца. Call it a mom's adoration, foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there, going through frustration. Clean. Итак, ребята, мы сели в машину. Мы решили поехать на другую гору и покататься там. Ну что, поехали! Ну что, ребята, а на этом было все. Я надеюсь, вы не забыли подписаться на мой канал и, конечно же, поставить лайк. Ну а с вами была я, Таня. Всем удачи, всем пока.